36 человек получат краевую награду. Это дорожники, спасатели, сотрудники госавтоинспекции, которые участвовали в ликвидации чрезвычайной ситуации на автодорогах края. Напомним, 26 января из-за сильной метели отсутствие видимости было ограничено движение на дорогах регионального значения в 15 районах Алтайского края. В Поспелихинском районе 30 автомобилей и 3 автобуса не смогли проехать и оказались в снежном плену. На помощь были брошены все силы. Сотрудники ДПС формировали колонны из машин и сопровождали их к объектам придорожного сервиса. Там люди могли переждать метель, согреться и отдохнуть. Помощь оказали водителям и пассажирам 150 автомобилей. Транспортных средств. Были подняты по указанию начальника управления ГИБДД дополнительные силы дорожно-патрульной службы, выставлены на всех маршрутах патрулирования с целью оказания помощи гражданам, попавшим в пургу, метель, с целью вытаскивания их из сугробов, а также мониторинг постоянно дорожной ситуации. На заседании краевой комиссии рассмотрели кандидатуры тех, кто получит краевые награды. За профессионализм, проявленный при спасении людей и ликвидации чрезвычайной ситуации на дорогах края, к награждению медалями за честь и мужество представлены 8 человек. Почетными грамотами правительство Алтайского края наградят 9 человек, благодарностями губернатора Алтайского края 9 человек и 1 коллектив.